Доброе утро. Хотя нет, уже добрый полдень, Витка. Добрый день. Совсем уже. Так, пробежался я все-таки. Да, ну достаточно медленно. Туда за 44.15. Ну и примерно так же обратно. То есть получается где-то 1:28. По сравнению с предыдущими результатами, это, конечно, не очень здорово, но тем не менее я пробежал. Тем более у меня есть оправдание, у меня насморк. И кашля немножко. Ну, в общем, так, не очень хорошо себя чувствую. Но, тем не менее, значит, сегодня у нас какое число-то? Давайте посмотрим. Сегодня, 21 среда, 23 в пятницу. В библиотеке МГУ, это, наверное, новое здание, которое построили года 4 тому назад. Шикарное такое здание. Вот, очень интересно. Ну, во всяком случае, вот там в 17:00 состоится матч между командами МГУ и РГСУ, Российский государственный социальный университет. Ну, МГУ, наверное, не надо расшифровывать. На 100 досках. Кстати, будет и Серега Шипов, да, наш интернет-комментатор, известнейший человек. Ну, в общем, я думаю, там будет много еще интересных людей. Обязательно пойду туда, поснимаю. Вот. Ну и, конечно, все выложу. Кстати, нашел средство для стабилизации изображение. Все-таки, когда его снимаешь в руках, все равно руки трясутся с дыханием, как ты тут не напрягайся. Особенно, если ты делаешь это достаточно долго. Вот. А тут обнаружил хорошую программу, стабилизатор, который позволяет, в общем-то, получается фактически, если не дергаться особенно, то получается фактически съемка со штатива. Я думаю, что это многим понравится. Мне, во всяком случае, очень понравилось, поэтому я буду переделывать свои старые видео, вот, стабилизировать их. Вначале-то я снимал вообще совсем уже простенькой камерой, и там, в общем-то, получается не очень даже, я бы сказал, здорово, хотя и движение такое стабилизированное, то есть объектив стоит на месте. Ну, в общем, посмотрите. Там накопилось-то уже порядка 2000 видеозаписей с 2006 года. Ну, вот и теперь буду постепенно приводить архив в порядок. Вот такие у меня на сегодня новости. Когда до снега осень доживет, как человек до старческих седин, укройтесь.